Султан! Дорогой братишка, привет! Как дела? Ну рассказывай. Давай, я тебя слушаю. Ага. Алло, Ербала, братишка. Да я в Каире. Ночи, знаешь, какие жаркие. Просто пипец. Я вот стою, пепси пью. Знаешь, вкусная такая. Еще этот. Братишка, тебе знаешь, что взял? Братишка, мотоцикл взял. Мотоцикл египетский. Чё? Серьезно? Братишка! По песку вот гоняю. Жарень просто невозможная. Жаль, тебя рядом нету. Ну ты это, как сам-то вообще? Да я зубы чищу. Ага. Зубки мои чистые будут. Да. Ербала, а как у тебя с болжанкой-то? С болжанкой как? Ну как? А как ты думаешь? Плохо, конечно. Она меня с Булгархан запалила. Да ладно. Чё, прям с этой? Прям в постели. Еще бы. У нее сиськи, знаешь, какие здоровые? Большие? Ты бы и сам не удержался. Да. Ага. Братишка, я ж забыл, что тебе сказать. Я ж тебе куклу взял, прикинь? Да-да-да, ту самую, которую ты искал. У араба какого-то он просто бешеный был, нереально. Он вообще отдавать не хотел. Но я тебе при встрече все расскажу. Да-да-да. Ага. Ну ладно, Бексултан. Когда ты, блин, уже приедешь, а? Сегодня билет. Уже вылетаю. Я соскучился. Ты чё, ты шли вообще, что ли? Ты чё, извините? Ну, в смысле, по-братски. Чё ты? А, по-братски, что ли? А, ну я тогда тоже. Ну все, давай. Ну ладно тогда. Ну, давай, я тебя жду. Ага, все. Султан приехал. Наконец-то. О, Иксултан. Привет. Здравствуй, братишка. Заходи. Да, братишка, присаживайся, сейчас чай попьем. Спасибо, я была, спасибо. Сейчас мне все расскажешь. Сейчас все расскажу, братишка. А чем угощать будешь? Да говном, блин, с повидлом. Точнее, тут творогом, конечно. Обезжиренным. Я ведь теперь на сушке. А, сушками? Сушками угостишь? Да нет, Бексултан. На сушке, в смысле, ну, понимаешь? Ну, худею. А, ну тебе давно было пора, он сейчас как постройнел. Пораже-то бочка, вот такая здоровенная бочка была. А слушай, Ербала, ты, наверное, уже заметил, я тебе вот куклу привез с Каира. Ну, помнишь, я тебе по телефону это рассказывал? Та самая. Та, которую ты хотел, братишка. О, чайник закипел. О, братишка, а что-то за коробочка стоит? Что за чай такой? А, этот? Да это Тесс. Богатый, насыщенный вкус. Ты мне Булгархан подарила, когда мы это... Ну ты понял. Да, да понял.
Так, все, хватит. Я хотел с тобой поговорить об этой кукле. Ты же знаешь, ну, я давно уже занимаюсь то есть, тематикой, всеми этими обрядами, эти статуэтки везде. Я изучил множество информации. И мне нужно произвести одно дело с ней. Я не знаю, как тебе это сказать, но... Это обряд. Обряд чего? Обряд, чтобы стать более ближе к тем силам, которые я хочу получить. Ну да, это звучит как бред, понимаешь? Ты сейчас подумаешь, что я сошел с ума, да? Нет. Тебе пора уходить. Вообще закапывал эту куклу. Ты сам подумай, в пустыне куклу закапывал, ты что-то на арабском кричал. Я у него из рук вырвал, так он меня что-то не убил за это. Ой, ладно, все, давай, пока. Thank you.
Это что за херня? Это что такое? Слушай, Ербалат, да мы уже все обошли, там ничего нету. Ербалат! Я видел его. Кого ты видел? Я не знаю. Мы все обошли, там было пусто. Я не знаю. Тебе надо бошку свою проверить. Очнись уже. Я не знаю, кого я видел. Ну хочешь, я схожу и проверю. Давай! Школьники. Счастливый бэээ.